Всем добрый день, меня зовут Олег Российский, и я представляю здесь курс по обертонному пению. Это курс, который очень давно ждали многие люди, которые ходили на наши семинары, и очень часто спрашивали, когда будет вот такой вот интерактивный видеокурс по обертонам. И однажды, имев такую неосторожность пообещать, что он все-таки будет, я его сделал. Я могу сказать, что обертонами может научиться звучать абсолютно любой человек, вне зависимости от той культуры, которой он принадлежит. Единственное, что если у вас нет никаких нарушений в функционировании вашего голоса там, или органов дыхания, то вы можете однозначно 100% звучать обертонами. Это просто вопрос наработки, это просто вопрос практики и мотивации, да? То есть, если есть сильное желание, вы можете это освоить. Я не буду здесь говорить о том, зачем нужно обертонное пение, потому что я подразумеваю, что те, кто попал на эту страницу, и те, кто заинтересовался этим курсом, уже и так понимают, зачем им это нужно, и просто этого хотят. Чуть, возможно, подробнее об некоторых аспектах влияния обертонного пения на человека, на нашу жизнь, я расскажу уже, собственно, в самом курсе. Сейчас я могу только сказать еще, в принципе, кому это интересно может быть, кому это может быть полезно и интересно. В первую очередь, ну это как я вижу, как я это вижу. В первую очередь это интересно тем, кто профессионально занимается звуком, профессионально занимается звукотерапией, то есть работает с людьми. И, безусловно, владение обертонным пением как бы значительно расширит просто ваши возможности как терапевтов. А второй момент – это, безусловно, интересно тем, кто практикует медитацию и вхождение в различные измененные состояния сознания, потому что здесь есть что сказать, и я как повторюсь, что я подробнее на самом курсе немножко расскажу, но обертонное пение и влияет на изменение сознания того, кто звучит, то есть если я сам звучу, на меня влияет, да, и влияет на изменение сознания того человека, который слушает. Но если говорить более научным языком, на изменение его ритмов, активности головного мозга, это, в общем, уже почти факт. Безусловно, эта практика и мастерство обертонного пения интересно тем, кто поет, ибо это расширяет ваш инструментарий самовыражения как бы очень сильно. Да? То есть, например, использование обертонного пения, которое как бы вкрапливается или внедряется, что ли, вроде бы как в обычную музыкальную композицию, вы видели вот на основной заставке, да, где у нас есть там видеоклип с нашей композицией «Гаятри Мантра», где мы вроде поем обычными голосами, но там между этим есть именно вот обертонное пение. Оно создает определенный вот такой вот настрой интересный. Ну и, безусловно, это интересно всем, кому это интересно, да, то есть и кому интересно заниматься развитием своего голоса. Часть этого курса построена на изложении некоторой теории, потому что необходимо просто понимать и знать, что такое звуковая волна, где этот обертон вообще, что это такое, где он находится, как образуется вообще звук, природа звука. Буквально мы это с вами разберем именно сам принцип. Он достаточно простой. И, конечно же, практика, без которой, в общем, ничего не получится. То есть посидеть, послушать, вы будете знать, что такое обертон. Поэтому важно очень сразу же приступить к практическим навыкам. Вот, так что добро пожаловать на курс обертонного пения. Я думаю, что вы однозначно 100% научитесь звучать обертонами. Вопрос просто в скорости и вашей мотивации, личной мотивации по вашему продвижению. Так что добро пожаловать.